Всем привет! Сегодня у нас суббота. Первый раз в этом году выбрались с Корефаном на рыбалку. Далеко не стали ездить. Это вот наше озеро в черте города, юго-западный. Народу что-то вообще никого не видать. Вон там вдалеке кто-то один лазит. Ну, посмотрим, что нас здесь ждет. Как бы мы до обеда тут собираемся посидеть. Если клевать будет, может, до вечера останемся. Время где-то 9:30 утра. Ну что, спускаемся вниз. Будем выбирать место себе, где обоснуемся. Поставили один экранчик на пробу, хотя бы посмотреть, что тут ловится. Только закинули, сразу что-то поплавочек начал дергаться. Сейчас посмотрим, что у нас там. О. О. Первые трофеи, ребят, в этом году. Мелкие окушки. Вот, забурились. Ставим палаточки. Народ начал подтягиваться. Там он, 3 человека. Вот напротив нас. Так что все-таки здесь рыба есть. Не зря приехали. А, еще кто-то сидит. Всего один. Еще один окунишечка попался. Только-только разложились. Как мы сюда пришли, прошло где-то минут 30-40. Народу он стал появляться. То были вообще одни здесь. Вот так вот расположился. Одну удочку поставил с поплавком на плотву. Здесь у меня самодельная мормышечка. Удочка бескивковая. На эту буду пытаться поймать окуня. Итак, время уже 11 утра, поднялся ветерок, снежок пошел. Вот так вот чувствуется, что теплеет на улице. С утра было минус 17, сейчас уже где-то градусов 9. Да. Поклевок пока что на удочке не было. В очередной раз иду смотреть экранчик. Пока что результат только вот, ну, вот это вот экранчик был. Тут всего 3 окуня. Тишина. Сейчас тишина. Только-только вот закинул, смотрите, уже поплавочек дергается. Уже кто-то сидит здесь. Надо чаще вынимать. Угу. А он, может, первый раз не расправил? Да нет, ты же достал нормально. О! Кушок, кушок. Стандарт килограммовый. В общем, друзья, прошло уже 2 часа. На удочке так ни одной поклевки и нету. Только работает один экранчик. Погода меняется, может быть, из-за этого. Но все равно уже приехали не зря. Там кошкам маленько окуньков я наловил. Еще один клиент в тот же экранчик попался. В общем, сегодня работает только вот этот вот, одна вот эта лунка и вот один вот этот экранчик. Ни на удочке никуда ничего не ловит. Я уже рядом забурился, на удочку пробовать бесполезно. Ребятишки на лыжах катаются. Рыбаки уже потихоньку тоже начали расходиться. Только что клевало, перестало. Нет, клюет. Кто-то сидит. Сейчас проверим. Сейчас проверим, кто тут сидит. Скорее всего, опять окушок. Ага. Ну, сазаны сегодня не ловятся. Сазаны сегодня не ловятся. Только окуня. За сегодня, друзья, вот самое продуктивное — это вот только вот этот вот экранчик. Больше нифига. Рыбаки уже домой собираются. Ну, сейчас еще посидим. Что, друзья, на удочке так нифига. Ни на стоячку, ни на эту
ничего не клюнуло, то есть сегодня сработал только один экранчик. А тут вот снегом занесло маленько трофейчики. Так вот, чуть-чуть окушков есть. Наша рыбалка на сегодня и завершилась. Все собрали. Там вот пакетики мусора сейчас на помойку унесем. И потопаем до дома. Отдохнули отлично, в принципе. Как бы ни было плохо, клев слабенький, но все равно что-то поймали, кошки будут довольны. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки. Как вы видите, рыбаки тоже уже домой собираются, топают. Спасибо всем за просмотр, до новых встреч, всем пока!